Владивосток! Вы с нами? Следующую песню я хотел бы посвятить всем, кто отважился иметь детей. Да, поднимите руки, у кого трое и более детей. Ну, нормально, нас не так много. У кого четверо, давайте. Пятеро у кого? Ну, хорошо. Нас немного, но мы есть. В общем, всем отчаянным посвящается. Как говорят у нас... Жало, стирая прошлое, словно вирус. И как из души нас сбежало, и на работе полнейший минус. Но наш герой не сдается. Слезы внутри, по жизни идет и смеется. Вот он, смотри, он самый счастливый из нас, избранный небесами. Оба он не старый богат, а бригад с парусами. И в чем же причина тогда? Две обычные строчки ждут его дома. Его папины дочки, пара-ха-ха, его папины дочки, пара-ха-ха, его папины дочки, пара-ха-ха, его папины дочки, пара-ха-ха. Он помогает добрым советам и мудрым словом он лечит души. На все вопросы он знает ответы, всегда подскажет, как сделать лучше. А что его ждет впереди? Там все не так гладко, но все же он победит. Парень-загадка, он самый счастливый из нас, избранный небесами.